не сразу все устроилось. Москва не сразу строилась, она горела столько раз. Москва, 1950-е годы. Три молодые провинциалки приезжают в Москву в поисках того, что ищут люди во всех столицах мира. Любви, счастья и достатка. Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет. Однако она не опускает руки. В одиночку растит дочь и к тому же успевает делать блестящую карьеру. В 40 лет судьба дарит ей неожиданную встречу. Премьера фильма «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова состоялась в конце 1979-го, и вскоре он стал лидером проката следующего года.